Всем привет, вы на канале Спутниковое ТВ. Для тех, кто не подписан, подписываемся. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На канале проводятся стримы, где я в прямом эфире отвечаю на ваши вопросы. В этом видео расскажу, как настроить Wi-Fi на ресивере SAT Integral 1412. Для этого подключаем наш Wi-Fi USB адаптер в порт USB. Если Wi-Fi USB адаптер определен, ресивер нам напишет надпись на экране: USB Wi-Fi подключено. Далее заходим в меню, пункт сеть, окей, Wi-Fi, окей, и видим список наших сетей. Выбираем необходимую нам сеть. Нажимаем ОК. Выскакивает таблица, на которой есть символы. Чтобы переключиться на английский язык, нам нужно нажать красную кнопочку на пульте. Вот она. Цифры набираем с клавиатуры пульта. Вводим наш пароль. Нажимаем либо синюю кнопочку на пульте, либо становимся на ОК и жмем ОК. И ждем, пока пройдет соединение. После соединения рядом с сетью появится галочка, если пароль был введен верно. После этого жмем Exit и наслаждаемся сетью в вашем ресивере. Всем спасибо, ставим лайки, подписываемся. Пока.